Ого, это же желе со вкусом Фанты. Хочу попробовать. Как же вкусно! Объедение! О, ко мне пришла идея. Я могу сделать кое-что во много раз вкуснее. Я приготовлю настоящий мармелад. Нужно только добавить сухой лед, чтобы желе как следует заморозилось. Вау, как же красиво это выглядит! Надо добавить еще сухого льда. Мне очень нравится. Добавлю еще. Ну вот теперь я вижу, что мое желе застыло. Достаем. И одним маленьким ударом разбиваем пластиковую бутылку. Вот это да! Получилось круто! Надо скорее попробовать. Вот это вкуснятина! Остановиться невозможно. Безумно вкусно. Эх, а мне досталась маленькая бутылка желе из Пепси. Но все равно это лучше, чем ничего. Попробую. Какая же это вкуснятина! О, ко мне тоже пришла идея. Нанесу остатки желе на губы, словно помаду. А теперь мне нужна цветная посыпка. Окунаю в нее губы в липком желе и вуаля! Девочки, смотрите, как красиво! Как же я рада, что мне досталась такая огромная порция желе из колы! Вот только выдавить ее никак не получается! Бутылка слишком плотная. О, кажется, у меня есть идея. Я добавлю в желе из колы немного ментоса, тогда желе само выйдет. Пожалуйста, не делай этого! Не переживайте, девчонки, я уверена, все получится. О, реакция пошла, попробуем. Нет! У меня все лицо в желе, я ничего не вижу. Ничего себе, вот это видок! Ага, умора! Лимон? И почему он такой огромный? Ого, и правда, а мне достался очень маленький. Я таких никогда не видела. А у меня обычный лимон, но меня это не радует. Ох, бедняжка Мэри, ей не повезло больше всех. Это же лимон для великанов, как я должна это съесть? Пускай первая будет Ким. Хорошо, сейчас попробуем. Выглядит безобидно, выдавлю в рот сока. Ой, мамочки! Вот эта кислятина аж скулы свело. Больше не буду. А ну-ка стоять! Куда это ты лимон выкинула? Тебе надо все съесть, и я тебе в этом помогу. Один удар, и лимон уже у тебя во рту. Да, гол! Спасибо за поддержку, Фиби, но теперь ты пробуешь свой лимон. Правда? Какой кошмар! Ладно, разломаю лимон на две части и оближу. Ой, лицо от кислоты сводит. Надо что-то придумать. О, точно! Я сделаю себе лимонный фреш. Не сомневаюсь, что выпить сок будет гораздо проще, чем съесть лимон. Берем бокал, засыпаем побольше сахара, чтобы было не так кисло, и добавляем немного льда. Переливаем лимонный фреш. А теперь все перемешиваем, чтобы сахар растворился. Украшаем долькой лимона и вставляем трубочку. Какой же классный лимонный коктейль у меня получился. Даже хочется его поскорее попробовать. Вот это вкуснятина! Мне нравится! Очень здорово придумано, Фиби. О нет, теперь моя очередь. А как, по-вашему, я должна его съесть? Если его невозможно откусить. С этой стороны тоже не получается. Может, здесь? Девочки, я не знаю, что мне делать. Лимон не прокусывается. Я кое-что придумала и сейчас тебе помогу. Так-так, сюда немного и сюда. Смотрите наверх. Я сброшу эту наковальню прямо на твой лимон, и проблема будет решена. Отлично, а теперь опускаем. О, упала! И прямо в яблочко, то есть в лимон. Теперь ее нужно убрать. Ох, какая тяжелая! Получилось супер! Мэри, можешь пробовать. Лимон расплющился, и как же мне теперь его есть? Давай-ка мы с Ким поможем его скрутить. Ага, вот так. А теперь открывай рот. Мы будем выжимать тебе сок лимона прямо в рот. Перестаньте, пожалуйста. Хватит. О нет, какая же кислятина. Картошка фри с кетчупом. Но почему у меня самая маленькая порция? Обидно. Как же вкусно пахнет картошка. Ого,
Фиби, а ты одна с этим точно справишься? Конечно, справлюсь. Я просто обожаю картошку фри. Ой, Мэри, у тебя просто кукольная порция. Давай ты и начнешь. Да-да, у меня самая маленькая картошка фри и самый маленький кетчуп. Но это все равно будет вкусно, я уверена. О, да, невероятно! Хочу еще! И еще, и еще! А как же вкусно с кетчупом! Ну вот, у меня осталась всего одна картошинка. Ее, кстати, можно использовать как зубочистку. Ну как же вкусно! Ну что, Ким, твоя очередь! Наконец-то! Я так проголодалась, что возьму сразу всю картошку фри и окуну ее в кетчуп. Ох, как же аппетитно это выглядит! Попробуем! Просто невероятная вкуснятина! Ням-ням-ням! О, у меня осталось еще две картошечки! Ха! Ко мне пришла забавная мысль! Сейчас напугаю Мэри своими картофельными клыками! Мэри, я высосу твою кровь! Не страшно? Вообще нет! Это скорее невероятно смешно! Ну что, Фиби, теперь твоя очередь! Ура-ура! Хочу поскорее попробовать свою картошку фри! Никогда не ела такую огромную! Окунаем в кетчуп и приступаем! Ох, как же это вкусно! Даже вкуснее, чем я себе представляла! Здорово, что у меня так много кетчупа! На всю картошку хватит! Фиби, а ты не хочешь поделиться картошкой со своей подругой? Нет? Как это? Вот жадина! Ну ладно, тогда я тебя пранкану. Добавим немного табаско в твой кетчуп. Думаю, столько хватит. Надо окунуть в кетчуп, так намного вкуснее. Обалденно! Ой, что-то не так! Почему кетчуп стал таким острым? Ух, вроде полегчало. О нет, моя картошка фри, она сгорела. Ну что за несправедливость, я так мало съела. Большое спасибо за просмотр, поставь лайк и подпишись на наш канал, потому что здесь выходят самые смешные ролики. Ну а пока-пока и до скорой встречи на канале.